объявить? Что ты делаешь? Метит их точно щенок. Харальд молод, но очень умен. Найдите Сигурда и поговорите с ним. А где мне его искать-то? А, вот здесь где-то, да? Где-то он тут рядом, в общем. Ууу, навыки. Навыки я люблю. Давай мне навык побольше. Ага. Чё я там хотел прокачать-то? Усиление стрелы. Стрелы никогда не будут ломаться, по кайфу. Давай, освоить, в смысле. Освоить, я говорю. Опа, стрелы теперь больше никогда не ломаются. Кто молодец? Правильно, я молодец. Ага. Угу. Пахлавы там можно закинуть, все дела. Все у нас прекрасно. Теперь мы сюда идем, да, наверное? Да, я думаю, мы туда идем теперь. А чё вы красные-то? А, ебать, они с черепами тоже, ну их в жопу. Этих мы не трогаем. Эти пусть живут пока. Так, ты не оно. А, вот он здесь где-то сидит, да, смотри. Почему у них все время все двери закрыты, я не понимаю. Присядь и сыграй. Во что? Я с тобой уже играл, иди в жопу. Постучать. Это Эйвор. Открой дверь. Входи, только тихо, чтобы не слышали люди Харальда. Да, они как где бы и не слышат. Будем жить? Два дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Два дня уж прошло? Серьезно? Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Блин, бронька у него прикольная, кстати, да? Нам такую надо намутить. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает еще жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Но можем пойти дальше, в новые земли. А, это ассасины его надоумили, да? И построим там новый дом, свое королевство. Сыновья Рагнара Ладброка пришли туда 8 зим назад. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем, жена. Из 4 королевств Англии лишь в одном царит мир. Не желаю носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века, о да. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьотви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы все начнем заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Да, убьем там всех нахрен и завоюем. Серебро Кьотви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолела я, и я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Серебро Кьотви пригодится нам в Англии. Да схерали! Если мы уйдем, нам понадобятся все средства. По мне нужно взять серебро Кьотви. Кража претит мне. Но если иначе ты не согласишься, я уступаю. Новый король Норвегии позаботится о Стюрбьорне, а серебро Кьотви — наше. Значит, славный. В Англию пока не угас день. Берите только самое нужное. И не болтайте. Нам не нужно внимание воинов Харальда. Ну, допустим. А это такая... А, это наркоманка. Она, в принципе, похожа. Сколько ты слышала? Немало. Открыт новый путь, и странствие твое будет нелегким. Ты не уйдешь с нами? Я остаюсь ради матери. Но наши пути еще пересекутся однажды. До тех пор прощай. Ну, прощай, подруга. Она даже нам не даст какое-нибудь веселое зелье, я не пойму. Такое, знаете, чисто бахнуть. Вау. Ну, с Одином пообщаться там все дела. Так, наверное, вот эту хрень можно снять уже, да? Опачки. Так, поговорить с Сигурдом на пристани. Ну, я все сделал здесь. Да? Да, я все сделал, я полностью закрыл.
можно валить. Поплыли. Вискарика тебе надо бахнуть. Не, я не пью, вот что. Зачем? Фу-фу-фу. Фу, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Сегодня точно фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не нравится мне, как они на меня смотрят. По-моему, это лестно. Думаешь, один из них женится на тебе и увезет в столицу? Это не ту... Я посмотрел ту территорию. Вот это начальная территория, вот она. Я ее всю закрыл. Вот это другая, Хардафюльки, она на 280-й левел. А у меня 30-й. Эйвор, мне туда не надо. Нужно отплывать немедля. Быстро же вы собрались. Отлично. Зову новых земель трудно противиться. Как и обещанию славы. Но оставлять без горечи позади дорогой сердцу дом непросто. Колеблешься? Нет, вовсе нет. Все уже решено. Тогда пусть судьба ведет нас. Ты судьба готова? Ведет нас, конечно. Время пришло! Я готова. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Что это? Судьба летит быстрее, чем мы. Это... Знамя Харальда. А-а-а. Знамя этот, флаг труселей и семейных. Сигурд, зачем вы здесь собрались? Что ты затеял? Исход, отец. Это лучшее изгнание. Если мне не быть королем на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твое место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы, иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. Мне нечего здесь делать. Я ухожу в большой мир искать славы. Так. Что за труселя ты носишь? Ага. С горошком. И перед тем, как уйти, грабишь Форнбург. Не оставив здесь ничего, кроме чести. Ты не дал мне выбора. На Альтинг я пришел сыном Конунга, а ушел сыном Ярла. Выбор есть всегда, Сигурд. Я не встану на твоем пути, но и принять его не могу. 17 зим назад я принял тебя в свой дом, Эйвор. А теперь... Это твоя благодарность. Лучше б я оставил тебя волкам. Да в смысле? Чё тебе не нравится? Старый лось. Не дай его речам мучить тебя и в Англии. Он сам навлек на себя все это. Я знаю. Сядьте на драккар. Материалы... А, это вот мне для грейда лодки дали. Видимо. Что мне надо сделать-то? Сесть. Ну, поехали. Время все скончилось, жалкие тюки с шерстью. Пора приналечь на весла. Береги силы, Даг. Впереди у нас океан. Ладно, у нас 4 корабля плывет, серьезно? Не маловато ли? Сигурд, куда мы плывем? Хороший вопрос. Рагнара поселились на побережье. Ой. Ой, камера в полной жопе, ну ладно. Стой, развеселим Хук. И разбудить богов! Пусть Тор пустит ветры, чтобы нам плыть быстрее. Впереди лежит океан, Эйвор. А за ним ждут новые владения. Да. Ты много странствовал в Англии? Я провел лето в королевстве Мерсия. Все, финал игры. Мы прошли, мы молодцы, да? Сыновья Рагнара верно взяли... Впереди еще всего-то часов 90, 100 или 150 или 200. Совсем чуть-чуть буквально осталось. Совсем немножко. Наша слава прогремит в их королевствах. Так в Англию! За славой и судьбой! В Англию! В Англию, в Англию! Или в Вальгалу! Да-да-да, Вальгалу, в Англию. Какая хрен разница? Ля, сколько я часов до этого шел? Часов 8, да, наверное, 9? Мы наконец-то увидели заставку игры начальную, да? Отлично. Прекрасно. Ой, это кто? А, это ж деваха наша в это, в анимусе, да? Точняк. Пролог прошли. Да, прошли пролог.
Опачки, что это такое? Ну как же не покурить-то? Что-то какая-то она убитая слегка. О, это из Одиссейки. А, она ж бессмертная! Я совсем забыл. У нее же вот этот вот, ну как ее, посох, который ее бессмертной делает, да? Кажется. Если я ничего не путаю. На лекции в Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит, и если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи. Даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки, принес еще электролитов. Я так понимаю, какая-то жопа происходит, да? С новым цитрусовым вкусом. Спасибо, Шон. Да, судя по всему, полная жопа. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? А, это наша это. Как ее зовут-то? Эйвор. Трупиком лежит. Понятно. Вот ты тебе. Далеко от дома, вот Эйвор. Тебе опять и конец заспойлерили, а? Ну что за фигня? Ну как так-то? Ну. А я думал, она вечно жить будет. Ну как же так-то? Ты купил мой чай? Мятный чай — это вообще-то не чай. Умрет, походу, прикинь. Через сколько-то там лет? Мутная тысяч. Водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего. Отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Да всего-то пара тысяч лет. Что это такое вообще, действительно? Ни о чем. Кассандрочка-то у нас дожила же до этого времени, правильно? А это, походу, дело нет. Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пиррова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Возвращайся в Анимус. Ну, подожди. Но мне здесь ничего не надо, на самом деле. Давай только вот про это узнаем, да? Тебя было непросто притащить сюда. Надеюсь, ты того стоишь. Ну в руку возьми и бессмертный станешь. Чего ты начинаешь-то? Вообще в натуре. Посмотрим. Посмотрим. Посланники. Посланник Ису. Ой, тут текст. Дайте фотку посмотреть. Посох Эдема. Личное изображение. Опа. Фоточки. Фоточки. Хреновые личные фотки какие-то неинтересные. Мультимедиа для Лейлы Дезмонд. Ну, понятно. Ладно, пойдем обратно. Посмотрим, что там происходит вообще. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Лейла, ты как?
Что у нее такое с этим посохом? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать! Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка, ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Кто-то дожил до наших дней, как типа? От этого? Это серия звуков. В ней только координаты. Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. Да не факт, что они в Америке, как бы. Может, это Англия. В чем есть Америка вообще? Может быть, такое, что в этой хибаре живут наркоманы, а мне кажется, в принципе, это наиболее вероятный вообще исход. Что они в диком угаре там укуренные в хламину валяются, и анимус. Анимус! Кассандрочка, как ее там? Эйвор, анимус! Спасти галактику, братишка! Примерно так это и происходит, наверное. Вот, Англия, наш новый дом. Не чета Норвегии, но скоро мы подчиним себе. Да, здесь твари-змеи живут, да? Ёб твою мать! А мне тут говорили, три континента, да, будет? Типа, вот это, еще какой-то, еще как. Ёб твою медь, я тебя понял. Ну ладно, поплыли, что это такое? Неоткрытый обус, возможно, для набега. Конечно, да, поехали. Видит любой берег. И мне уже не терпится вновь вступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами, а, она только что сказала, что могила в Северной Америке. А, ну значит, доберется до Америки. Да, тогда логично. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Ударный обзор. Суши весла. Красота. Ждите нас. Ну мы тут все сожгем нахрен. Пока нет. Но лучше мы обезопасим для вас путь. К чертям все сожжем. Разграбим, всех убьем. Поняла. Ну и будем жить, свинок выращивать. Скоро увидимся. Да. Нет, посудиной нельзя управлять. Всему, я тут сижу в роли пассажира. Сигурд, сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет, но они не будут возражать. Угу. Сейчас окажешь, что их там всех перебили. Из четырех королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы вступим в войско братьев? Нет, нет. Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой, так как захотим. Понимаю. Смотрите. Это что, город? Скучные дома и одна единственная руна их робкого бога? Ее называют распятием, Дак. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чем разница. Рагнар не покажет, потому что он уже умер. Его убили уже. Нас они воспримут не лучше. Молот. Вот символ, достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара молнии. Смотри, что они делают? А что они делают? Топят свою жертву. Да, это крещение. Топят свою жертву. Блин, да что с камерой-то такое? Ёперный валет. Я просто позабыл. А почему они в панике от нас не бегут, я просто не понимаю. Или у нас тут перемирие, типа. Причалить и разграбить дом их бога будет легко.
А что, там хранится много сокровищ? Всегда! Они подносят своему богу серебро и самоцвет. Или они здесь типа к викингам привыкли уже, что они здесь плавают спокойно. Сперва поселение, пограбить еще успеем. Сюда, все к берегу. Сосредоточься. Путь преграждает цепь, протянутая через реку. А, вот они, эти цепи. Петрожопые. Ее можно разрубить? Конечно, можно. Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Дак, останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Ну, пойдем. Так, здесь змей, да? Блять. Короче, увижу змею, и все, и на этом мы заканчиваем. Ну и вот, жопу. Здесь змеи, да? Ну да. Ой, ой, кого-то сожгли, как мило. Уберите цепь. Увидят, сразу нападут. Увидят, сразу нападут, понимаю. Я вижу Данку! Пока. Ты чё, ублюдок, попутал? За мной, сюда! Пощёл отседа, сука! Ага, следующий. Всё, никто больше не нападёт. Ну и отлично. А, вот здесь какой-то... Кто махал только что? Где-то он... Я не понимаю. А вот... Вон он! Выпотрошу. Да угомонись ты. Реально компьютерных змеюк боишься? Знаешь, они мерзкие. Они стрёмные. Цепь я как бы не боюсь, и, кажется, плохо закреплена. Предостерегаюсь. Собью ее выстрелом. Понимаешь? Змеюки это, ну, это не то, что хочется видеть в этой жизни. Так, там что-то очень важно. Цепи для блокады. Нам удалось подтвердить, что с помощью устройств, которые натягивают цепи поперек реки, можно сдержать даже самые крепкие корабли данов. Через несколько месяцев вы получите еще полдюжины устройств и расставите их вдоль реки, вдоль рек, которым можно проплыть вглубь наших земель. Благодаря этому мы сможем предотвратить грядущие вторжения. За устройствами нужно следить непрерывно, немедленно сообщать, если хоть одно перестанет работать. Хорошо. Допустим. Допустим. О, тут сундучки даже есть. Припасы все. Ой, ну тут началось для грейда лодок вот эти припасы и прочая фурга. Так, что мне с ним делать-то? Я думаю, просто расхерачить, да? Ну, конечно. Готов. Опа. Путь свободен. Да, готово. Как выбраться отсюда? Я надеюсь, здесь подземных змей нет уже, правда? Здесь же нет подземных змей. Подводных змей, подземных змей. Что я несу вообще? Ох, сколько тут... всего интересного, смотри. Ладно, давайте сначала доплывем до квеста, чтобы мы там куда-нибудь поселились или что-нибудь в этом духе произошло. А там уж посмотрим. А, подруга, может, ты сядешь? Спасибо. Секира ты змею не боялся? Какую секира? Да она гигантская была, что она страшная, что ли? Мелкие змеи, твари, а... Большие это все. Зададим этим псам трепку и заберем их сокровищ. Легче легко. Еще не время, Дак. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдан, Убба и Ивар Рагнарсоны не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Ха. Но не бойся. Эх, прямо вижу.
нежный, сочный поросенок. С Элем золотым сокровище, которое мы упустили. Ты скажи это червячкам, тебе насаженным на крючок в поисках рыбы. Ему так червей лучше. Он боится. Дратуйте. А я же дратуйте. Хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь много. Великанов? Великих римлян. Империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Куда мы плывем вообще, не понимаю? Куда-то вглубь прям самый, да? Я думал, мы где-то на берегу поселимся, на самом деле. Ну ладно, поплыли. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. Империю, вы... Слушай, такие наивные ребята приплыли, короче, на трех кораблях такие. Мы здесь создадим империю, мы здесь всех порвем, мы вообще молодцы. Вас там человек 30-40, вы что здесь собрались делать? Наконец-то, ступим на твердую землю. Постой, Сигурд, здесь что-то не так. Угу. Для войска там слишком тихо. Я тебе говорю, порвали сыновей уже, нету их там больше. Нет, вы ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Грёнтебриншир. Сука. За что они так, а? Можно название попроще? Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком. Лагерь Рагнарссонов. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане. Да, Кейвор, за мной. Ну, поехали. Как выйти-то? А, братишка? Братюнь! А, все нормально. Ну, это англичане явно, по-моему. Похоже, по крайней мере. Или ирландцы какие-нибудь, не? Кто к нам пожаловал? Сакс. Наши реки загрязняют мерзкие даны. Здрасте. Назови свое имя. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствуют власти чужаков данов. Убирайтесь, язычники. Или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пасть, скотина, и сражайся. Покончим с ними. Пока. Твое желание сбылось. Пока. Прощай. Ага. Еще кто-нибудь? А чё такие крысы-то с землей кидаются? Чё, лохи, что ли? Ты охренел, что ли? Ой. Братишка, я тебя понял. Братишка, а если я вот так сделаю, братишка, на нахер! Ах ты ж мразь, гнида упырь. Ой, сука. Только я уже народ завалил, а? Сука! Сука! Следующий. Ты что ли? Давай, иди сюда. Следующий. Кого еще? Ну, как бы да. Мы всех перебили, нет? Ой. Ага. Вон там говнюк где-то стоит, смотри. Ух ты. А ты что такой дерзкий-то, слышишь? Что, там кто-нибудь убьет уже, не? Вы же учили Климу.
Так. Осмотрите здесь все. Хватит с меня неожиданностей. Да уж, я проверю длинный дом. Длинный дом? Вот этот? Нет, наверное. Отбросы для отбросов. Возможно, в длинном доме прячутся еще разбойники. Длинный дом, извините, мне просто вот, ну... Ну, чтобы осознать... А, это вот там, наверное, да? Ну, давай. Конечно, двери заперты, да? Ну... Я вообще ни секунды не удивлен. А ты кто такая? Разбойников? Сигур, да, сюда. У них были пленники. Ну и кто здесь? Эй, ты, сюда. Я отпусти не... нас, и мы вас пощадим. Очень отважно. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Янь Ли. Торговка, не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн. Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Так вы местные, типа. Раньше. Я думал, это викинги. Пытались продать и нас. Любому, кто захотел бы купить рабов. Не спрашиваю. Но я скорее вырвала бы им глаза. Юбики. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальден хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара. Но их здесь уже не было. А, нет, стоп, это не из Англии, это эти. Это викинги, алло, все нормально. Вы знаете сынов Рагнара? Да, я продал братьям немало лошадей. Славные люди, платят достойно. И где они? По виду лагеря их нет давно. Куда вы отправитесь? Чем займетесь? Закуплю товары, начну сначала. У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться. Ну, вы остаетесь здесь, это очевидно. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья... Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд. Янли, Роуэн, я Сигурд, ярл Форнбурга, сын Стюрбьона. Торговка Салика. Это Эйвор. Итак, вы свободны, но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны, хотя бы пока не встанем на ноги. Подмазались. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворон. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем. Пойдем. Давай. Кто остальные-то? Ну, это сколько? Место мне очень подушает. Две лодочки прибыло, да? Итак, семья, друзья, это наш новый дом. Но я так понимаю, мы это все будем восстанавливать, строиться, да, апгрейдить, правильно? Ну, наверняка. Тут без вариантов, видимо. Нехилый такой домик-то получается. Какой у них главное все просто. Типа, о, город заброшенный, давай здесь жить будем. 40 воинов, это очень много, там где один крестьянин. Ну как бы могут прислать войск и перебить их всех, и все, и больше их не будет, нет? Ну, мне кажется. Отлично.
таким длинным домом можно гордиться. Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Эйвор, Сигурд. Вот Англия. Четыре королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Уэссекс самый жесткий, судя наверное, да? Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнара решили двинуться дальше в земли Мерсии, сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь, в этой безымянной рощице. И к кому мы относимся? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Есть у меня одна мысль. Рейвенсторп. Дом клана Ворона. Ты можешь что-нибудь, блин, попроще придумать хоть раз, а? Что-нибудь выговариваемого его воё. Неплохо. Рейвенсторп. Что? Однажды это название будет знать вся Англия. Да не будет его никто знать, его никто не выговорит никогда. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гунору с этим? Обязательно. Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. А почему бы и нет? Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гунором. Отлично, дорогая. Так, Атлас. Открыть меню мир. О, еще. И что тут? Атлас. Англия, Норвегия. А-а-а, как интересно. Ладно, хорошо. Так, у нас тут, значит, всякие синхронизации, всякие штуки. Ладно. Ну, пока что домик такой себе, да? Пока что у нас тут все слабенько, надо все это будет развивать, прокачивать и так далее и тому подобное. Шпилевили, тролливали. Значит, устойчивость к яду, значит, и атака способностями, наверное, да? Вот сюда надо идти, вот сюда, мне кажется. Урон дальний. Ой, этот тоже надо прокачать обязательно. Прям. А это я почему не... Я что, дурак, что ли? Отменить. Мы вот отсюда пойдем. Опа! Смотри-ка. Так, что это? Адреналин на скрытность. Режим скрытности дает адреналин при открывании сундуков, карманных краж в запретной области. Да? Ну, я же не стелсер. Зачем мне это? Урон в дальнем бою дает бонус мощи снаряжения пути волка. Это вкусно. Это очень, очень... Очень, очень вкусно. Хорошо. Так сделаем. Ладно, и нам надо куда сюда подойти потом будет, да? Да нет, я, кажется, вот он круг. Вот он круг этих умений. Он не такой уж и большой прям. Просто качаешь, если одну ветку, ну, значит... Значит, так и будет в итоге. Она закроется рано или поздно. Говорите с Гунором. Ну, давай поговорим с Гунором. Тут здесь ничего нету у меня, да, здесь? Здесь вообще пусто напрочь. Здрасте. Неплохое место, Эйвор. Я могу тебе чем-то помочь? Угу. Не знаю, правда, чем, но чем ты можешь. Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песни мечей и треску щитов. Я позвала бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет, так что ты незаменим. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Так. Ну да, разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. А, это, наверное, карта сокровищ, да? Скорее всего.
Так, ладно, открыть карту мира. Что-то мне... Ой. Мне ничего не появилось. О чем речь? Может, предметы? Ой, навыки еще появились, в смысле. Я опять левел получил? Вы издеваетесь? Подожди. А что я качал-то? Вот это качал, да? И вот это. Крутяк. Мощь 34, на секундочку, чтобы вы понимали. Так, ладно, открыл карту мира. Что мне дальше надо сделать? А, Алчестерский монастырь. А, вот типа сюда мне надо набег идти. Задание, новый дом. Управляйте дракаром. Зачем? Так, таблички рядом подойди, улучши кузню. Какой таблички? А, вот к этой табличке, да? Взаимодействие. У меня не хватает бочек с бухлом. Понимаешь? Ну, не хватает. Нам да. Нужно построить Гунру кузницу. Угу. А для этого нам надо... в набег. Для этого нам надо туда. Монастырь. Грабанем. Грабанем. По красоте грабанем. Набег на монастыри. Набег на хорошо охраняемой территории – лучший способ раздобыть ценные сундуки, где хранятся припасы и материалы. И то, и другое необходимо, чтобы строить новые здания. Набег завершается, когда разграблены все сундуки поблизости. Слушайте меня внимательно. Мы отправимся в набег во благо клана. Сейчас, секундочку. Поселение не отстроить без добычи. Наконец-то! Разграбить монастыри христиан будет легче легкого! Данг, саксы знают, что мы здесь. Монастыри будут хорошо охранять. Монахи с их молитвами нам не помех. Well in Hall of Kings, on ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring, for noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyrie waits, reward for strain to Valhöll takes. Then horns resounds the mighty hall, for those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear, each man gets his fated share. Они запели! Они петь научились, ты смотри, ля какие! Ну, понеслась. Ну, надо без здесь паруса. Нельзя поднять. Почему? Ну, не, ну, а почему? Поднимем парус, Эйвор. Давай. Поднимай парус! О! Прикольное время были. Песни, бабы, выпивка, кабанчик. Вот эта хрень. Ну, пойдем грабить что. Пойдем. Здорово, пацаны! Прольем под битву! В набег! Набег, давай! Кого? Так у них здесь охраны даже не должно быть, да? Это же монастырь. Он же пустой, правильно? Ну, я так думаю, по крайней мере. А, не, охрана есть. Область подозрения. Что значит подозрение? Кто? Кого? Почему она желтая? Не помню, почему не красная? Так, ты добрый, пошел в задницу. Вот это плохой. Фига, он жесткий. Да ни за кого я не заплачу, пошел в жопу. Вместе мы справимся. А?
Нет, а мы можем как-то двигаться получше? Нормас. Прикрываем нашего братишку. Вот так вот. Свободен, Вася. Изи. Изи. Следующий. Кого еще? Ты что, охренел, что ли? Слушай, они такие бронированные, кстати. У них хп до хрена. Да ты охренел. Сдохни, мразь. До свидули. Едем дальше. Соберите все ресурсы. Но 20 из 30 это несерьезно. Ой, твою мать. Пацаны, вы меситесь, а я тут полутаюсь пока, ладно? Открыть силы. Опа, открыть силы. Что это такое? Ну? Ну? Вот, как? Куда я на... Я не понимаю. Корм для червей. Иди, иди, месись. Не отвлекайся. Во. Эй, я сама тут не справлюсь. Мне кто-нибудь поможет, нет? А я долго так, как дебил, буду долбенить эту дверь? Он пришел, неужели? О! Да ты дурак! Да, 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 да. Все нормально, братишка. Не обращай внимания, все, все по кайф. Ну что ты в натуре? Так, это свой, да? Где золото? О! Мне тут нужна помощь. Какие же вы, сука, медленные, а? Да. Этого Гунру хватит. Но не стоит оставлять добычу. Конечно, не стоит. А сколько дали в итоге, просто понять? 20? И все? Ну, там по сотне будут давать, на самом деле. Так, ладно, здесь я все обобрал, правильно? Тут что-то лежит. Добыча. Гвозди. Не знаю, нахрена они нужны. Вот тут что-то тоже было. Или не показалось. Ты кто нахрен такой? Сука, он еще щит такой гигантский. На нахуй! Пошел в жопу! Красиво. Лох. Нормально? Нормально. Я думаю, мы всех порвали тут. Это тела обычные. Ничего нового. Че по луту-то? Наверняка. Вон еще лут. Внутри. Понял. Дверь заперта, говорит, на засов. Когда это меня останавливало? Братишка? А, сестришка. Ну, ну ты отдыхай там, отдыхай. Ну, помоги же мне! Топоры не, еще не прокачивал. Я хочу какие-то другие найти топоры, какое-то другое оружие. Посмотреть, что с этим можно сделать. Дело сделано!
Идем! Пока особо ничего не качал. Материалы! Ура! Ура! 200 плюс 20. Нормально, нормально, это неплохо. Что еще здесь у нас есть? Смотри, значит, тут какие-то кристаллы. Кто это, блядь? Так, надо завалить. Сходим, завалим сейчас. Вот это вот мы тоже обберемся. Ну, это вполне очевидно, я думаю, да? Нам вот сюда куда-то. Топоры у меня вполне нормальные. Вроде убивают. А, тут сама церквушка, вот она, смотри. Ну пойдем, в ней золото должно быть, да? Нет? А, или это не церквушка? Это фигня вообще непонятная. Максимум провизии. Понимял. Цветочек какой-то дали. Да-то это хлам, типа, дают все время. На продажу в основном. Маскировка. Да нахрена мне маскировка? Я сейчас соколява какой-то тут бегать с маскировкой. Мы викинги, народ гордый. Тупо идем и месим все, что видим. Кто там орет? Смешение с толпой. Мы, я не понимаю, мы вообще кто? Викинги, блин, или эти? Или ассасины? Мы викинги, правильно? Эта игра вообще никакого отношения к ассасинам не имеет. Поэтому метим всех нахер! Тварь! Он был мирный, правда, ну ладно. Аленький цветочек. Записка жителя. Больные везде, куда ни посмотри. Недуг поразил весь этот монастырь. Я постоянно слышу стоны и крики. Нам пришлось сжечь тела погибших, чтобы они не осквернили землю кладбища. Да поможет нам Бог. А, они тут еще и болеют, а мы их грабим. Блин, нехорошо. Надо их вылечить, чтобы они нафармили себе кучу всего, а потом прийти и убить всех нахрен и ограбить. Так будет интересней. Так, вот это что за тварь? Пойдем тварь убьем. Мне кажется, пора. Это местный аналог этих охотников. Ой, а он летает? А ты с каких пор, братишка, летать научился? Ну-ка иди сюда, сейчас поговорим. Ска, стоять на. Ба! Он красный. Блять, он красный. А знаете, что значит красный? Это значит, что мне жопа. Ну, очевидный факт. Ну чё, мразь? У-ху! Пошёл в жопу! Лох! Да я тебя порву, мразь! Ты тварь, сука, гнида, упырь! У-ху! Чё за херня? Я тебе говорю, тебя порву, ты оттузик грелку, слышь ты! Лошара! У тебя шансов нет, братишка! У-ху-ху! Реакция мангуста! У-ху-ху-ху! Я пополам разрубил, сука! Реакция мангуста не сработала. Не сработала реакция мангуста. Мы больше не... Да, мы... Это 90-й левел, а я как бы 30-й, да, понимаете разницу? Если узнают, пощады не ждут. У меня просто не было шансов. Ну, естественно, у меня просто не было шансов, к сожалению. Он перекачанный на анаболиках, ублюдок, поэтому... Ну, я его попозже завалю. Все будет хорошо. Гнида, паскуда, тварь. Как бы 90 и 30, вы понимаете? Чувствуете разницу? Да? Чувствуете? Вот и я чувствую разницу. Такую нормальную разницу причем. Не стоит. Съесть вам неловую сыроежку. Шкала адреналина заполнена. Ни хрена себе сыроежка адреналина. Ну ладно. Не очень понятно, но... Ч
почему бы и нет? А почему я в плаще хожу, я не понимаю? Мы что, тут как-то скрываемся? Мы гордые викинги, алло! Да я понимаю, что его можно завалить. Это долго и нудно. А в награду дадут какое-нибудь говно очередное, которое не нужно будет. Потом завалим его. Вообще без проблем. Так, тут какие-то поля. О, овечки. Прости. Я не хотел. Ну честно, я не хотел. Кожа и внутренности зверя, да? Ну ладно. Я думал, шерсть дадут какую-нибудь. Ой, тут надо кошку спасти или кого? Нет, осторожней, а то лист упадет. Какой лист? Ветер силен, но ты сильнее. Только девочка, не трогай дерево. Почему? Ладно, как тебя зовут? Мэй. Эйвор. Почему тебе так важно это дерево? Из-за листьев. Отец сказал, что вернется домой, прежде чем упадет последний лист. И остался... только один. А отца все нет? 6 недель прошло. С тех пор, как он ушел в Линкольн искать работу. Лучше бы он остался. Еще хоть на год. Он решил, что поля не взойдут, но мы бы постарались. Думаю, твой отец вернется. Не думаю, что твой отец вернется. Тебе нужно жить дальше. Ну давай, твой допустим, вернется. Твой отец, видно, честный человек. Правда, его убили, он скорее всего, но что поделать. О тебе. Он наверняка делает все, чтобы вернуться. А значит, надо надеяться. А вот так. Да какая у него речь воодушевляющая, ты смотри, а? Вот умеешь. Ну, что мне делать? Начать жить так, словно он вернется завтра. Что бы ни случилось с этим листом. Да, я так и сделаю. Отец сказал бы то же самое. Спасибо, Эйвор. Пожалуйста. Может быть, надо еще подождать? Пока козы не заблеют или... Подожди. Еще чуть-чуть. Так я квест не сделал, в смысле? Я не сделал квест, алло. Все, упал. Теперь сделал. Нет. Ты... Значит, все кончено. Продолжай жить, Мэй. Когда-нибудь все будет хорошо. Взять лист. Старый лист. А, окей. По-моему, мы и разрушили все ее детские мечты. Сейчас еще дом грабанем немножко. Минуточку. Дневник Мэй. Прошло уже 6 недель, но отец так и не вернулся из Линкольна. Он говорит, что будет дома раньше, чем с нашего листа упадет последний лист. Но я выглядываю из дома каждый день, и ветви деревьев совсем скоро опустеют. Порой мне становится страшно, вдруг дерево нашего дома уже сбросило все листья. Но после я вновь надеюсь, что увижу, как он скачет домой по дорожке меж полей. Оставить лист. А, смотри, я не жестокий, я лист оставил, алло. Понятно? Не жестокий. Справедливый. Проснется, лист увидит, все нормально. Правда, двери больше нет, но что поделать-то? Ну, схождение в дома чисто по-викингски. Мы по-другому не учились еще. Так, нам на лодку надо, я так понимаю, да? Наверное. Ну, можно, конечно, сюда зайти, я не знаю. Можно, теоретически. Теоретически. Давай сбегаем, ладно, хрен с ним. Что там, делов? Что, слабенький, что ли? Опа, давай. Опа. Здесь все кишит стражей. Да, я заметил. Я думал, тут никого нету. В смысле? Понимаете, чисто на скеле прокатился. Сразу понятно, кто здесь батя. Пошел в жопу. Еще один. Ты кто? Да ты задолбал. Ты как лох-то. Готов.
Получено сокровище. А и какие? Уголь опять, наверное, да? Уголь, конечно, конечно, уголь. Как обычно. Так, и все, здесь больше ничего нету. А, нет, что-то есть, подожди, что-то здесь вот. Вот здесь вот, смотрите-ка. Сундучок. Угу. И сюда заглянем и поплывем обратно, наверное, да, я думаю, почему нет. Хотя обратно я просто могу портануться, по сути. Да, кстати, что тупить-то? Бессердечно бил ее, так еще и лист сбил. Я не виноват. Обстоятельства. Еще раз говорю. Обстоятельства. Судьба такая. Ты нахрена лошадь убиваешь, дебил? Дурак, что ли? Лошадь тут здесь при чем? Тварь! А с кем они воюют? А, с разбойниками? Ну мне надо всех валить. Ёб твою мать, ты чё? Ты охренел? Ты охренел, я тебя спрашиваю? Да хватит мансовать, ублюдок! Сейчас ты умрешь. Да у тебя же рука должна была отвалиться. Пошел нахрен. Ну как бы он мне там удара 3-4 по печени вдарил, но ну все нормально, мы же травушку съели, да? Все хорошо будет. Главное не обращать внимания. Наверное, да? Ой, этих убивать не надо, подожди. Кого успокоить? Каву. Забрать добычу. Моё. Успокоишь его? Тише, друг. Похоже, ты съел что-то, что не пошло тебе на пользу. Я закончу сагу и прославлюсь. Лучшим из скакунов. Так, что мне с ним делать? Моей верной подруге. А что ты хочешь, чтобы я с ним сделал? Это сделают за меня. Побуду рядом. Скоро. А, просто за ним побегать, да? Давай. Я не чувствую губ или носа. Почему? Пошел в жопу! Гни, да? Сейчас ты сдохнешь. Блин, братан. Найс. Nice. Да блин, ты дурак! У меня там оглушение должно было быть. Покажитесь, если осмелитесь. Нормально. Я бы его добил бы просто сразу и все. Еще один идет. Сдохни! Отойди, придурок! Я силен, как тысяча торов! Меня не остановить! Да ты уже сдох практически, мне кажется, не? Все, на мане. Я куда не полез? Страшусь никого. Если на мой вызов ответят боги, пусть. Я покажу им свой гнев. Что-то пьяного Ваню напоминает на самом деле. Сходство какое-то вот есть. Бескоря как в штыре. Вся эта стена. Да. Вперед! Здесь лучше вести себя тихо. Есть что-то в этом. Будешь продолжать в том же духе, кто-нибудь тебя прикончит. Ясно? А, совершенно ясно! А теперь прочь, я должен исполнить свою судьбу! Какую? Мне сейчас дурно, но моя хук сильнее моего тела. Хук? Кто? Что тебе надо сделать-то? Я не понимаю. Все, я типа его спас или что? Мне что, придется тащить тебя обратно? Я больше не могу идти. Ага, зашибись. Точно. Нам его переть обратно туда, да? Прекрасно, чудесно, замечательно. Мечта. Нет смысла спорить с моим наследием.
Как сказал один мудрец, спорить все равно, что мочиться против ветра. Моя сага завершена! На зависть всем скальдам, что были до меня и будут после! Прекрасно, прекрасно. Мы его просто сейчас выкидываем и все, я надеюсь. Или надо еще кого-нибудь отнести его будет. Принимай! Видела бы меня, матушка. Цель должна находиться на земле. Как его выкинуть? Я не знаю, как его скинуть, честно. Может, его туда надо куда-то... Я не помню, какой... А, вот. Все, нормально. Спи, ублюдок. Твой скальд. Боги, он мертв? Нет, хотя должен быть. В этот раз ему повезло. Брызни в него водой, но близко не подходи. Его будет здорово тошнить. Спасибо за совет и помощь. Теперь мой черед возиться с ним. А, отлично. Мировое событие завершено. А опыта? Опыта-то дали, нет? Опыта не дали. А, дали. 1200. Ну. А какой у меня там уже? Я уже не помню, что я качал, честно. Я тут запутался немножко. Вот это, по-моему, да? Мастерство владения цепом, поджигание руны огня. Какое же поджигание? Ну давай идем сюда, наверное, да? Чего нет? Тут, конечно, комбо-лук еще есть. Тут еще путь волка. Блин, так хочется все это открыть. Очень хочется все это открыть. Ну ладно, будем потихоньку. Так, ну что, мы корабль здесь оставляем. Они там все разграбили, у них все по кайфу. Тогда мы сюда портуемся. И пойдем кузню делать. Без проблем, я думаю. Уже. Так, построить. Ну-ка, и что будет? Ни хрена себе, мы припасов притащили. О, отлично, Эйвор. Эта кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннар. Зайду. Строительство поселения. Для доступа к уникальным мастерским, персонажам и прочим, возводите постройки в Рейвенсторпе. Дойдите к столбу с табличкой, имея достаточно припасов и материалов. При росте поселения растет и его слава, разблокируя новые возможности. Призывать ворона, увидеть, что построено, можно построить. Окей. Хорошо. Призвать ворона, по ходу дела, да? Расправь крылья сегодня. Рыба! Рыба. Пекарня. Торговый пост. Хочу торговый пост. Иди в жопу. Все, я хочу торговый пост. Барыжить. Стрелы покупать. По кайфу. То, что надо. Давай. Построить. Изи. На. Вау. Красиво. Замечательно. Теперь будет удобнее. Красиво. Еще одно построение, и у нас уже, уже не лагерь будет, а уже что-то, что-то такое, что-то с чем-то. Письмо от семьи Янли. Мы еще никогда не были так рады твоему письму. Какие чудесные вести. Наш цветочек распустился за морем. Кажется, ты целую вечность нигде не жила так долго, чтобы мы могли отправлять к тебе посылки. Надеюсь, тебе понравятся припасы и масло. Мы очень расстроились, когда узнали, чем тебя там кормят. Кстати, если ты угостишь своих новых друзей приправами, возможно, они научатся правильно произносить твое имя. И тебе не придется его прощать для них. Я не лишь унь-кунь-кунь-кунь-вунь. Что-нибудь такое? Я не хочу это знать. В этой игре вообще с именами и названиями большая проблема. Хочу узнать твои товары, да. Что предложишь сегодня? Много не бывает. Шепот смерти. А, это программа... Купить. А, с помощью этого лука можно отправить врагу послание прямо в голову. Все очень добротно сделано. А я могу не купить его, а посмотреть его. Типа, к какой школе он относится? Продать безделушку для начала, да? Я всегда рада с тобой торговать, Эйвор. 1800 монеток того у меня получилось.
Я хочу посмотреть, что эти луки дают. Можно? Нет? Советую это... купить. Нет, правда? Я подготовила это для тебя. Это все? Это все, прощай. Все, все, отстань от меня. Пора. Пора. Удачи. Удачи. Бывает. Надеюсь, скоро вернешься. А я могу еще грейдить эту хрень или нет? Или все? А, это, видимо, все. Я построил, и вот он живет. Да я нажимаю на него, он его пытается купить, и все. Так, это что такое? Это у нас конюшня, наверное, да, или что-то? Да неважно, у меня все равно ресурсов нет ни на что. Надо еще... Ехать тут построек! Все. Скотоводы. Дом Майды. Уютный дом Майды. Эффект пира. Землевладельцы. Вельва. Вельва это алкоголь, это наркоманка. Да? Да-да-да, невероятное видение вот это. Конюшня и птичник. А Вельва что у нас? Вельву мы не можем. Конюшня и птичник. 30 припасов надо, да. Эффект пира. Римские артефакты, он вас наградит. Кого, блин, чего? Контора, это контора незримых называется. Мастер-татуировщик. Обосраться. Не встать вообще. Так, ладно. Я рад, конечно, за все это дело. Надо гриндить, да. Надо гриндить. Ну как гриндить? Ну это интересно. Постройки строить это прикольно. Это лучше, чем корабль, на корабль гриндить постоянно. Потому что мне это задалбывало. Ты на него гриндишь, что-то делаешь с ним, а он, сука, не меняется вообще никак практически. Чуть-чуть покруче становится и все. Эйвор! Здрасте. Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Угадай, для чего. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне хватило бы и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Ты нужна мне рядом. В нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана, мы правим им вместе. Как и всегда. Так что начинай обживаться. И встретимся у конюшни, как закончишь. Осмотрите свою комнату. Случалось спать на кроватях и похуже. Здесь можно будет отдохнуть. Здесь, наверное, комнату можно будет еще и прокачать потом, да? Шкатулка для писем и прочих записей. Очень важно. За всю игру столько писем написал. Рейвенсторп лагерь. Узри же наш новый лагерь, который мы возвели на дымящихся руинах стоянки сына Рагнара. Пока что он выглядит не очень впечатляюще, но сможет привлечь торговцев и путников, если приложить достаточно усилий. Пока что мы можем построить следующее здание. Окей. Скромно, но все мое. Скромно, но все нормально. Ля, жрать хочу. Ой, как же я жрать хочу, вы не представляете. Такая свинка аппетитная тут. Надо пойти что-нибудь пожрать сделать. Надо, кстати. Да, надо пожрать что-нибудь в этой жизни.